Ганаш – это крем из шоколада и свежих сливок, который можно использовать для тортов, пирожных, капкиков. Предлагаю рецепт фисташкового ганаша, который необыкновенно хороший вкусом и видом. Фисташковый ганаш обладает изысканным вкусом, красивым видом и отличными свойствами. Он стабилен, хорошо держит форму, отлично подходит для пирожных, капкиков, тортов. Приготовить ганаш очень просто, если следовать пошаговым рекомендациям к рецепту. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты. Влейте сливки в сотейник, добавьте фисташковую пасту, вмешайте ее венчиком, нагрейте сливки с фисташковой пастой до закипания, но не кипятите. Частями влейте сливки к шоколаду, тщательно размешивая до полного растворения шоколада. Перелейте шоколадную массу в миску, накройте пищевой пленкой до контакта, полностью охладите, можно убрать в холодильник на ночь. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Шоколадная масса должна полностью стабилизироваться и быть достаточно густой. Перед применением взбейте ганаш миксером на небольших или средних оборотах. Используйте фисташковый ганаш для любых целей, для капкиков, для начинки макаронс, для пирожных и тортов. Фисташковый ганаш стабильный, прекрасно держит форму. Вкусняшки, подписавшимся. Вот что нам понадобится. Белый шоколад, 180 грамм. Сливки для взбивания, 180 грамм, 33% жирности. Фисташковая паста, 1 столовая ложка. Количество порций, 1-2. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Заходите в гости.